После пятилетнего перерыва в Оренбурге вновь наступила театральная весна. В областном центре открылся юбилейный 5-й фестиваль «Гостиный двор». Лучшие артисты и режиссеры со всей России в течение 5 дней будут радовать оренбургских зрителей своими постановками. Впервые в Оренбурге театральный фестиваль «Гостиный двор» прошел в 1994 году. Тогда в областном центре собрались театры городов, расположенных на исторической территории Оренбургской губернии. С тех пор география фестиваля сильно расширилась. После пятилетнего затишья международный фестиваль «Гостиный двор» вновь собрал в Оренбурге лучшие постановки приглашенных драматических театров со всей России. Лучшего подарка ко дню города сложно придумать. За 5 дней фестиваля на сцены драматического театра имени Горького и татарского театра драмы имени Файзи выйдут актеры из Москвы, Самары, Ростова, Уфы и Башкирии. Привезли они очень интересные, может быть, даже в каком-то смысле спорные спектакли. Но когда спорят вокруг какого-то спектакля, значит, есть у нас всегда шанс, что это очень интересный спектакль. В 5 дней фестиваля на оренбургскую сцену выйдут коллективы Московского театра Российской армии со спектаклем «Одноклассники». Артисты Московского академического театра имени Маяковского покажут «Любовь людей» по пьесе Богославского. В правительстве области обещают, что больше таких долгих перерывов не будет, и «Гостиный двор» станет действительно традиционным. Мы эти фестивали будем проводить, и сегодня 5-й фестиваль. Будет 6-й, 7-й, 15-й. Нет, мы определились, что будем проводить его через год, эти фестивали. Но у нас есть еще задумка провести и фестиваль кукольных театров. Первым спектаклем 5-го фестиваля «Гостиный двор» стал вечер 3-й в постановке Ревката Исрафилова. Ну а впереди у оренбургских театралов еще 4 дня для просмотра лучших спектаклей со всей России. Карина Тимкова, Никита Плотников. Новости дня.